Всем привет! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Рада вас приветствовать. И сегодня хотим познакомить вас с домом, с одним из самых популярных. Это 90 квадратных метров. Находится он в жилом комплексе «Жемчужина» рядом с поселком Цибанабалка. Отсыпка к вашему дому уже выполнена. Это тротуарная отсыпка, отсыпка для вашего автомобиля. Забор из евроштакетника, фасадная часть, штукатурка «Баумит». Крыльцо почти что 10 квадратных метров. С фасадом вроде бы познакомились. Обратите внимание, что эркерные окна фасадной части смотрятся очень привлекательно. Не менее интересно и красиво все это смотрится и внутри самого дома. Эркер придает особой грации. Познакомимся с домом изнутри. Самая большая впечатляющая комната, 17 квадратных метров. Эркерные окна, вот с фасадной части, мы говорили, смотрится красиво, привлекательно. Внутри дома это смотрится не менее красиво. Уверен, что на видео это видно. Об особенностях этого дома. Интересный ламинат под дерево, класс 34. Плинтус гармонично с ним сочетается. И принято решение обои здесь поклеить именно белые. Ну или в светлых тонах. На вид так белые, но они белые с каким-то отливом. Не сильно я в отливах разбираюсь, но тем не менее это есть. Еще интересный момент, дорогие друзья, здесь три радиатора, они ниже стандартов, но красиво смотрят. То есть тепло в доме будет в любом случае. Высокие, светлые, просторные, широкие окна. Потолок в доме натяжной, ну, безусловно, красивая комната. Сердце дома, кухня-гостиная. Кухня-гостиная большая и огромная, 29 квадратных метров. Зона кухни, плитка, теплый пол. Все подведено уже для вашей будущей кухни. То есть есть вода, есть теплый пол для пола. Достаточное количество розеток. Ну и отмечу, обращая внимание, что газ в жилом комплексе «Жемчужина» уже подводится. Можно сказать, что на 90% он подведен. Так что просто знайте об этом. Поселок газифицирован. Это мы видели уже в наших обзорах. Кухня-гостиная большая, тоже ламинатная. 34 класса. По всему периметру натяжной потолок. Есть закладные для ваших будущих люстр. Какие вы будете выбирать, конечно же, сами, как только будете обустраивать этот дом. Прихожая в доме 4,2 квадратных метра. Здесь также и теплый пол. Небольшой радиатор, но его хватает для отопления 4 квадратных метров. И очень красивое, интересное решение по плитке. То есть она не обычная квадратная, как во многих домах, а вот именно прямоугольная. На мой взгляд, интересное решение предложили наши проектировщики и дизайнеры. Центр дома – это, конечно же, коридор. Из него мы попадаем еще в две спальные комнаты. Касаемо коридора, он 6 квадратных метров. Санузел здесь интересный, потому что уже видим, установлена душевая кабинка, есть бойлер для нагрева воды. Пол у нас тепленький, так что это комфортно. Красиво, интересное большое помещение. Свободно. Еще две спальные комнаты, одна чуть больше 12 квадратных метров, вторая чуть больше 11. Здесь все в едином стиле, касаемо ламината, тот же 34 класс, тоже под дерево он сделан. Натяжной потолок у нас во всех комнатах, то есть можно смело сказать по периметру всего дома. Двери, они прям сочетаются именно с плинтусом, то есть все в едином стиле вам предлагается. Напомню, дом находится в свободной продаже, это 90 квадратных метров, удобный, один из самых популярных проектов, который есть в нашей компании. Хотя так можно говорить про каждый проект, как говорится, каждому свое. И интереснейший момент, это, конечно же, терраса, потому что есть там одна особенность, один достаточно интересный нюанс. Терраса 21 квадратный метр. Просторная, удобная, уютная. Обратим внимание, что ограничители стоят у нас в каждом доме, бережут фасад и, конечно же, вашу дверь. Казалось бы, мелочи, но играет очень важную роль, ну, как и в любом доме. Мелочь, но приятно, да, здесь мелочь, но это достаточно актуально. Чердак, выход на чердак в этом доме, дорогие друзья, находится именно со стороны террасы. То есть можно дом застеклить и таким образом получится, ну, еще одна большая комната. Какая она будет, конечно же, решайте вам. Дом
находится на 5 сотках земли. Напомню, что земля достаточно плодородная в нашем крае. Используют ее все по-разному. Кто строит небольшие бассейны, кто строит бани, кто использует просто как и небольшой огород или сад, или зона барбекю. В общем, много вариантов есть. И всегда впечатляет, что используется достаточно широкая метровая отмостка. Это хороший тротуарчик в вашем доме. Интересный дом, 90 квадратных метров, находится, друзья, в свободной продаже, в чистовой отделке. Так что рекомендуем смотреть на все дома, которые есть в нашей компании, в компании «Стройгарант Анапа». Еще больше информации на нашем сайте, еще больше информации на нашем канале. Так что подписывайтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии, нам это очень важно. Ну что, друзья, до новых встреч, пока!